Там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда нараест, возвращайся назад, гулять по воде со мной. Причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И ответил Спаситель: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, что на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде со мной. Но учитель на касках блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распятие оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул сердца по водной глади ногой. Ты верно, дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой.